Здравствуйте. 20:00 по времени столицы. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергель и мои коллеги из службы новостей телеканала Хабар 24 готовы подвести итоги и рассказать о самом важном в стране и мире. И коротко о том, о чем покажем в выпуске. Made in Казахстан. Отечественные ученые разработали тесты, которые могут выявить коронавирус у человека всего за 5 часов. На передовой десятки медиков заразились коронавирусом в Казахстане. Критическая неделя. Почему главный врач страны просит продлить карантин еще на 7 дней? Число зараженных COVID-19 в Казахстане достигло 460. Еще один заболевший выявлен в Восточно-Казахстанской области, два в Жамбылской и три в Туркестанской. По-прежнему самое большое количество инфицированных в Нур-Султане – 199 человек и Алма-Аты – 93. Умерли три человека. Между тем, в стране растет число выздоровевших от коронавируса. Таких в Казахстане уже 29. 11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, у одного крайне тяжелая степень. Все они находятся в отделении интенсивной реанимации. Одновременно у 68 пациентов состояние средней степени тяжести, у 341 симптомов нет вообще. Казахстанские ученые создали сразу два теста на определение COVID-19. Причем отечественные разработки по точности превосходят зарубежные аналоги. Всего за 5 часов они с большей точностью могут выявить опасную инфекцию в организме. О сенсационном изобретении биотехнологов узнал наш журналист Талгат Куспаев. Ему удалось попасть в лабораторию Центра особо опасных инфекций. Это режимный объект, и вход посторонним туда строго воспрещен. Однако нашей съемочной группе все-таки удалось получить доступ и узнать о разработках ученых. Вот она сенсация. Запечатана в пакете. Его даже в руки не дают подержать, не говоря уже о содержимом. Но нам этого недостаточно. Вот и попросили раскрыть секретный пакетик. А когда распечатали... Нет, мы не разочаровались. Просто внутри оказались мелкие емкости с реагентами, названия которых обывателям совсем ни о чем не скажут. В общем, эти тесты совсем не похожи на лакмусовые бумажки или тесты на беременность. И мы никогда не увидим их в аптечной продаже. Мы разработали достаточно быстрый тест для лабораторной именно диагностики. Экспресс-тесты для бытовой, домашней, да, диагностики, то есть мы не разрабатывали. Их чувствительность намного ниже, то есть, как правило, они показывают заболевание уже на второй неделе, то есть заболевание, когда у человека есть уже симптомы. То есть это нельзя так сказать, что вчера я был в контакте с человеком, который чихнул, то есть а сегодня я поставил и определил, есть у меня или нет. На самом деле сенсации, если так можно сказать, две. Практически в одно и то же время сразу две группы казахстанских ученых приступили к разработке теста. Причем за создание средства диагностики они взялись еще в январе. То есть когда об эпидемии COVID-19 в Казахстане не было и речи. Биотехнологи двух министерств – здравоохранения и образования науки – работали в разных лабораториях, но под одной крышей. Вот здесь, в центре особо опасных инфекций. Многие думают, что это секретный американский объект. Очень долгое время говорили, что у вас закрытый какой-то секретный объект, который строился специально американцами, создавался для американцев, и что здесь работают американцы. Это так на самом деле? Нет, это особо охраняемый объект, во-первых. Да, действительно, по договору между Соединенными Штатами Америки, Республикой Казахстан от 2005 года построено данное здание. Она уникальная лаборатория. Таких лабораторий в Центральной Азии нет. Здесь американских специалистов нет. В течение 3 лет они оказали нам техническую помощь. Здесь есть уникальное оборудование, которое нет в других лабораториях. Работают только казахстанские специалисты. Ни одного западного специалиста, ученого здесь нет. И здесь не ведутся какие-то тайные, скажем, разработки какого-то биологического, возможно, оружия. Нет, такого нет. Мы работаем только... обеспечиваем биологическую безопасность Республики Казахстан. В сегодняшний день наш Национальный научный центр особо опасной инфекции мы выпускаем вакцину против чумы. 40% территории Республики Казахстан является природным очагом чумы. Поэтому, начиная от запада вот до юго-востока, до вокруг Алматы отсюда, эта территория именно природный очаг. Поэтому, где есть определенный контингент, которые потребуются, чтобы они получили прививки против чумы. Кроме того, выпускаем 41 видов диагностических препаратов. Мы можем диагностировать сибирский язву, диагностировать холеру.
В общем, здесь не создают американское секретное биологическое оружие и отсюда не распространяют вирусы. Да, специалисты США были здесь, но они всего лишь помогли построить современную лабораторию и обучили казахстанских коллег работать на новом оборудовании, вести более точные исследования. К сотрудничеству приглашали и российских специалистов. В этой лаборатории казахстанские ученые сначала создали вакцину против чумы, теперь тесты на коронавирус COVID-19. Вот наряду с разработкой тестов сейчас во всем мире обсуждается создание вакцины против COVID-19. Есть ли сегодня уже какие-то наработки и планы заняться вот разработкой нашей казахстанской вакцины? Разработка вакцины, такой как для такой инфекции, как COVID-19, да, является приоритетом не одного государства, а всего мира. Соответственно, с этим сейчас создаются целые консорциумы, то есть эту проблему делят на определенные сегменты, и разные страны выполняют разные этапы. Какое-то время назад Национальным центром биотехнологии и НИИ биобезопасности были предложены нашему правительству произвести нашу отечественную разработку, то есть заняться созданием вакцины с последующей возможностью ее производства. Конечно, создать вакцину и лекарство от коварного вируса куда сложнее, чем тест. Так что для этого понадобится не пару недель и даже месяцев, а возможно пару лет. Но они все равно нужны, отечественные. Иначе во время очередной эпидемии окажемся в листе ожидания, а это человеческие жизни. Кстати, говорят, наши тесты более чувствительны к COVID-19. Это значит, они более точны, чем зарубежные аналоги. Они за 5 часов могут совершенно точно выявить коронавирус в организме, не дожидаясь первых симптомов. Их эффективность проверили на биоматериале 2000 человек. Сейчас, после того, как все процедуры по валидации этих наборов будут завершены, да, то есть уже будут произведены опытные партии, которые будут переданы подразделениям МЗРК. Мы ожидаем, что где-то через 2 месяца наш тест уже появится в лабораториях. Что такое валидация? Валидация – это процесс, когда мы определяем чувствительность, специфичность, аналитическую ценность, другими словами, какого-либо теста. Не реагирует ли этот тест на какие-то другие инфекции, да, которые может болеть человек, такие как грипп, то есть какие-то возбудители ОРВИ сезонные, да, не происходит ли какой-то перекрест в реакции, да, то есть вот, и это называется специфичность теста. Чувствительность – это как мало патогена тест может определять в образце. Проверен нашими учеными, мы делали контрольную серию и до этого. Все сегодняшний день работает, поэтому мы надеемся, в ближайшее время, как получим регистрацию, мы будем у себя, и у нас, если мы можем, отправить по всему Казахстану, где будут диагностические лаборатории. У нас есть 9 филиалов своих. Это филиалы, это бывшие противочумные станции. Мы, наверное, в течение месяца обеспечим своих, в первую очередь, своих филиалов данными тестами. Конечно же, нам показали далеко не все, что скрыто. Даже испытания на крысах или хранилище тех самых образцов особо опасных инфекций. Если честно, специалисты лаборатории переживали больше не за себя, а за нас, потому что они здесь практически живут. И кажется, что у них иммунитет к смертельной заразе. Сюда попасть очень сложно. Как-никак режимный стратегический объект. Он охраняется, кругом заборы, обнесенные колючей проволокой. Но никакого американского спецназа мы здесь не увидели. Так же, как и на странных биотехнологов. Так что разговоры о тайной лаборатории США не более, чем просто домыслы обывателей. Вокруг закрытых объектов всегда ходят слухи. Талгат Куспаев, Эдуард Кон, Алматы, Хабар 24. А у нас на прямой связи со студией собственный корреспондент Хабар 24 в Костанае Наталья Строкова. Наталья, здравствуйте. Костанайская область была последним регионом в стране, где до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Вот какая сейчас обстановка в областном центре? Да, Сергей, до сегодняшнего дня Костанайская область была единственной областью в Казахстане, где не было людей, заболевших COVID-19. Но сегодня, к сожалению, эта ситуация изменилась. Вот буквально сейчас закончился брифинг, на котором местные власти сообщили, что случай заражения COVID-19 подтвердился у женщины 1991 года рождения.
Она прилетела в Алматы из Шарм-эль-Шейха 23 марта. Но на тот момент, когда были взяты анализы, заражение, ну, анализы не показали положительного результата, поэтому они направились к месту своего проживания. Чуть позже выяснилось, что на том же рейсе, где летела женщина и еще четверо жителей нашей области, был выявлен заболевший человек коронавирусной инфекцией. Поэтому все, кто направлялся в Кустанайскую область из Алматы, были сняты в этот же вечер с рейса, с поезда и помещены в карантинный госпиталь в городе Тобыл. И уже там на 12-й день повторно были взяты анализы, и тогда уже результат оказался положительным. У остальных 11 контактных человек результат не подтвердился, то есть у них нет заражения коронавирусной инфекцией. Ну и еще добавлю, что Кустанайская область еще накануне начала предпринимать меры по усилению мер профилактических, то есть были установлены блокпосты по периметру границы на трассах республиканского и областного значения. Там уже сразу был запрещен въезд и выезд с территории Кустанайской области для иностранцев и жителей соседних регионов Казахстана, где на тот момент были случаи заражения коронавирусом. Уже со вчерашнего вечера 7 блокпостов появились непосредственно на выездах из самого областного центра. Но здесь ограничений на въезд пока нет. Всех въезжающих на транспорте проверяют лишь температурный режим и наличие масок. Что касается масок, буквально вчера вечером главный санитарный врач области подписал постановление о том, что все жители обязаны носить маски, то есть введен масочный режим на улицах и в местах общественного пребывания. За нарушение можно поплатиться штрафом, либо же сроком ареста на 15 суток. Еще хочу добавить, что в самом областном центре также прекратили работу крупные торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Сократили движение маршрутные автобусы по городу, то есть они сейчас ездят до 8 часов вечера, а рестораны и кафе работают до 22. После этого времени жителям города на улице находиться запрещено. На этом у меня все, Сергей. Что ж, спасибо. Я напомню, на прямой связи из Костаная была моя коллега Наталья Строкова. Сейчас мы ненадолго прервемся, после чего вернемся в студию и продолжим. Мы снова в эфире и продолжаем. Один из крупнейших регионов страны, Шымкент, закроют на карантин. Ограничения вступают в силу 4 апреля в 21:00. Это значит, что в городе перестанут работать все организации, будет ограничено движение на личных автомобилях. Выходить из дома можно будет только за продуктами или лекарствами. Екатерина Попкова о готовности города к новым условиям. Блокпост на выезде из Шымкента. Уже с утра здесь многолюдно. Большинство людей хотят заехать в город, несмотря на то, что уже завтра мегаполис закроют на карантин. Многих разворачивают обратно. За этим блокпостом заканчивается Чимкент и начинается Туркестанская область. Сейчас заехать или выехать из мегаполиса можно только по специальному разрешению. Город оказался в заперти.
Выезд и въезд запретили еще 31 марта. Через зеленый коридор проезжают только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города и транзитный транспорт. В Шымкенте установлено 17 блокпостов. Солдаты Нацгвардии перекрыли небольшие улочки, ведь люди пытаются окольными путями пробраться в город. За последние дни три нарушения административных было. Один суд направили. Два материала на стадии направления. Они без документов хотят пройти и не слушаются наших сотрудников. Мы все это пресекаем. Однако на сотрудников правоохранительных органов также поступали жалобы. Якобы за отдельную плату можно заехать в город. Но факт не подтвердился, сообщил главный полицейский Шымкента. Сейчас на блокпостах круглосуточно находятся сотрудники прокуратуры и антикоррупционной службы. Уже завтра в Шымкенте работа всех учреждений будет приостановлена. Нельзя будет выходить в парки, кафе и рестораны переходят на работу в режиме доставки. Движение городского общественного транспорта будет осуществляться с 7 утра до 7 вечера. В городе ограничат движение на личных автомобилях. Из дома смогут выходить за приобретением продуктов, лекарств и получением медицинских услуг и услуги банков и почты. Предупреждая всевозможные слухи, отмечу, комендантского часа на территории города пока нет. Но требования, чрезвычайное положение мы обязаны соблюдать. В прежнем режиме будут работать только продуктовые рынки и магазины. Сейчас усиливается работа по дезобработке всей территории города. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24. Нерабочий режим в столице Алматы продлен еще на неделю. Такое решение озвучили сегодня на селекторном заседании Госкомиссии страны. Таким образом, нерабочий режим для всех предприятий и организаций, за исключением тех, чья работа жизненно необходима, окружающим продлится до 13 апреля. Кроме того, Госкомиссия согласилась с предложением акима Шымкента о введении карантина в городе с 9 часов вечера 4 апреля. Также стало известно о строительстве 3 инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в столице Алматы и Шымкенте. Особое внимание в ходе заседания уделили вопросу качественной реализации дорожной карты занятости. Глава правительства поручил акимам обеспечить создание не менее 240 тысяч рабочих мест. Необходимо незамедлительно приступить к реализации проектов дорожной карты занятости. Более 7 тысяч проектов. Самое главное – создать рабочих мест, привлечь население к работам по реализации дорожной карты занятости. Акимы областей и 3 мегаполисов Нур-Султана, Алматы и Шымкента рассказали Нур-Султану Назарбаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. С председателем Совета безопасности главы регионов обсудили меры по нераспространению инфекции и обеспечению бесперебойной работы больниц. Акимы также рассказали о поддержке региональными филиалами партии Нур-Отан людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Особое внимание председатель Совета безопасности уделил вопросам продовольственной безопасности в условиях чрезвычайного положения. Акимы представили информацию о посевной кампании на юге страны и подготовке к весенне-полевым работам на севере, а также доложили о планах по предупреждению и ликвидации последствий паводков в областях. Отмечать религиозные праздники виртуально предложил Даурен Абаев священнослужителям и казахстанцам. Впереди Ораза, иудейский Пейсах, православная и католическая Пасха, родительский день. И все эти дни министр информации и общественного развития призвал провести дома. Впрочем, другого выхода у жителей страны нет. В большинстве городов введены строгие ограничения на передвижение. За невыполнение правил могут оштрафовать. Накажут и тех казахстанцев, которые и без того в тяжелое время распространяют слухи и фейки. К этому часу в стране проводят больше 40 досудебных расследований по фейк-новостям в социальных сетях и мессенджерах о коронавирусе. Каждый день люди, не задумываясь о последствиях, публикуют старое видео, видео из других стран. Якобы все это сейчас происходит в Казахстане. Идет рассылка аудиозаписей о якобы новых случаях массового заражения. Это сеет панику в обществе. Поэтому в очередной раз просим доверять только официальным источникам. Сейчас во всех территориальных департаментах полиции действуют специальные рабочие группы, которые ориентированы на выявление таких материалов и лиц, которые их размещают. Сейчас мы прервемся на рекламу, которая пролетит быстро, так что не переключайтесь.
Вы смотрите вечернюю информационную программу, и мы продолжаем выпуск. Число погибших от коронавируса в США превысило 6 тысяч. По данным университета Джона Хопкинса, в США было зарегистрировано не менее 245 тысяч случаев заболевания COVID-19. Гульнара Жандагулова продолжит. И вот Вайоминг – это единственный штат в США, в котором до сих пор, к счастью, пока не зарегистрировано умерших от коронавируса. Подробнее через пару секунд. Чиновники из Флориды разрешили двум круизным лайнерам компании Holland America зайти на стоянку в порт города Форт Лодердейл. Это случилось после 27 дней в море. На борту Зандам и Роттердам находятся пациенты с коронавирусом. 4 пассажира на борту Зандам скончались, 2 из них после заражения COVID-19. На берег должны сойти более 1200 пассажиров с обоих кораблей. Около 45 больных будут находиться в карантине на корабле Зандам, и 10 пассажиров, находящихся в критическом состоянии, будут переведены в больницы. Но чтобы это произошло, пришлось вмешаться президенту США. Губернатор Флориды Рон ДеСантис был против прибытия лайнеров в штат. И вот как он это объяснил. Мы не можем позволить себе, чтобы люди, которые даже не являются флоридцами, были высажены в Южную Флориду, чтобы использовать наши ограниченные ресурсы. Тем временем в штате Нью-Йорк аппаратов искусственной вентиляции легких хватит на 6 дней. В запасе у штата осталось около 2200 аппаратов. Губернатор Эндрю Куомо говорит, General Motors и Ford не успеют выпустить достаточное количество вентиляторов, поскольку они нужны здесь и сейчас. А компании заняты переоборудованием производственных линий. Ежедневно в больницы штата поступает около 350 человек, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Команда губернатора работает над закупкой 30 тысяч аппаратов ИВЛ. Половина из них будет отправлена в Нью-Йорк, на который приходится около 60% случаев заражения коронавирусом в штате. Однако в условиях, когда спрос на такие аппараты резко возрос во всем мире, задача усложняется. Во многих случаях быстрое приобретение этого оборудования просто невозможно. Штат Нью-Йорк пострадал больше остальных. Здесь более 92 тысяч случаев. We have about 6 days. Это означает, что если темпы использования, темпы, с которыми в больницы поступают люди, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких, останутся на том же уровне, то в запасе у нас есть примерно 6 дней. А вот мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рекомендовал жителям носить защитную маску на улице. Хотя американская администрация до сих пор не дала четких указаний своим гражданам о ношении масок. Мы советуем жителям Нью-Йорка надевать защитную маску при выходе на улицу и при контакте с другими людьми. Опять, если вдаваться в детали, это может быть и шарф, это может быть маска, сшитая вами, это может быть бандана. Это не обязательно должна быть профессиональная хирургическая маска. На самом деле мы не хотим, чтобы вы использовали маски, которые больше нужны нашим работникам здравоохранения. Не используйте их. Оставьте их тем людям, которые нуждаются в них больше всего и спасают жизни. Но вы можете прикрыть лицо чем угодно из того, что у вас есть дома, любым куском ткани. Защитных средств действительно не хватает тем, кому они нужнее всего – медикам. Медсестры центра Монтефиоре в Нью-Йорке протестовали возле своей больницы в Бронксе, требуя дополнительных средств индивидуальной защиты. Их заставляют повторно использовать маски для лица. Сотрудники напуганы за свою жизнь. Они давали нам одну маску в понедельник, одну в четверг. Нужно было сдать старую, чтобы получить новую. Мы говорили, что это неприемлемо. Теперь они заявляют, что собираются раздавать маски раз в неделю. Они советуют повторно стерилизовать маски, но научная эффективность этой процедуры не доказана. Глава Северного командования США генерал Теренс О'Шоннесси заявил, что военные готовятся к наихудшему сценарию в борьбе с пандемией коронавируса. Некоторые члены экипажа уже отправлены в безопасный бункер. Они не должны заболеть. Некоторые военнослужащие в настоящее время размещены в ближайшем горном комплексе Шайен, который изначально был предназначен для защиты от ядерных угроз. При этом генерал отказался сообщить, у скольких американских военнослужащих положительный результат на COVID-19.
Наш главнокомандующий объявил войну COVID-19, поэтому мы находимся в военном положении, и мы рассматриваем это как большую военную кампанию. Но сложность в том, что это невидимый враг. На фоне разгоревшейся эпидемии коронавируса в США тысячи людей лишились работы. Только на прошлой неделе в США за пособием по безработице обратились 6,5 миллионов человек. А за последние три недели число заявок превысило 10 миллионов. В некоторых штатах наплыв заявок вызвал перегрузку в учреждениях, которые занимаются их оформлением. Желающим подать заявку как лично, так и в электронном виде приходится часами ждать своей очереди. В ряде штатов, в том числе в Нью-Йорке и Орегоне, сайты, обрабатывающие заявки, вышли из строя. Наш прогноз во вторую половину года будет неутешительным. Мы ожидаем почти 13% падения ВВП. Это в годовом исчислении. Мы ожидаем некоторого восстановления во втором полугодии. Но даже при таком восстановлении мы не увидим, чтобы вся потерянная активность, которую мы получили в 2019 году, восстановится. Так что мы все равно будем снижаться с уровнем ВВП около 1,3% за год. Согласно прогнозам некоторых американских экономистов, на фоне рецессии к июлю без работы останутся от 25 до 40 миллионов американцев. И у меня на этом все. Страшная цифра. Это получается, наверное, каждый третий, да, останется без работы, потому что из трудоспособного населения. Ну, работающего населения в США это 165 миллионов. Каждый четвертый получается. Да. Практически. Спасибо. Это была Гульнара Жандагулова о ситуации в мире. Мы продолжаем, и вот о чем расскажем в нашей второй части выпуска. Перепрофилирован столичный отель, теперь принимает исключительно медиков. Почему? Расскажем. Готов отдать долг родине, кого призовут на военную службу? Двадцать 8 медицинских работников в Казахстане заразились коронавирусом. Это медперсонал городов Нур-Султан, Алматы, Атырау, также в Карагандинской и Кызылординской областях. Были ли заражения медиков вследствие несоблюдения санитарных норм, выяснит спецкомиссия. По каждому отдельному случаю Минздраве сейчас проводит эпидемиологическое расследование, рассказал глава профильного ведомства. И сегодня же Елжан Биртанов сообщил о том, что динамика заражения коронавирусом в городах Нур-Султан и Алматы пошла на спад. Это связано с усилением карантинного режима в двух мегаполисах. Так, за нерабочую неделю в столице прирост случаев инфицирования снизился с 60 до 15. А вот в Алматы каждый день выявляют не по 8, а лишь по 2 случая заражения. Между тем, в регионах наблюдается рост заражения COVID-19. Есть различия между регионами. И хотел бы обратить внимание, что мы также сейчас наблюдаем вспышки и очаги в сельской местности. Поэтому большая работа сейчас проводится местными исполнительными органами, акимами областей и системой здравоохранения по локализации очагов в сельской местности. В этой связи хочу еще раз пояснить нашим уважаемым гражданам, что карантинные меры дают эффект, и их соблюдение – это единственная гарантия скорейшего прекращения эпидемии. Больше 200 врачей разместили в одном из 4-звездочных отелей Нур-Султана. Это не приезжие, все они жители столицы. Их разместили там, чтобы, если вдруг заразятся коронавирусом, не смогли заразить своих родных и близких. Нашему корреспонденту Асхату Ниязову удалось попасть внутрь и посмотреть, как живут врачи. Один из популярных столичных отелей – 4 звезды. Панорамный вид с прозрачного лифта портит разве что объявление. Без перчаток и масок находиться запрещено. Но к таким мерам безопасности нынешние постояльцы привыкли. Не освоили пока систему электронного ключа. Вот здесь мы живем. Сюда поднимите. Это ваша спальня? Да, то есть спальня. Вы только одна здесь? Я здесь видите? Только одна, да. Здесь у вас... ванная, душ. Ну, неплохо, неплохо, да? Индивидуально, ванная, душ. Считаете, неплохо? Прекрасно считаю. Шикарный вид на столицу, да? На столицу, да. Я смотрю, у вас здесь есть вид на карту Казахстана. Да, получается, у вас вид на всю страну. Правда, выяснилось, что не у всех такая отдельная большая кровать с ортопедическим матрасом. Раскладушки кто спит? Я. Не обидненько вам, что вот не досталось вам кровати?
Нет, почему? Все прекрасно. Спасибо, конечно. Обслуживание шикарное. Всем огромное спасибо. Все медики, с кем нам удалось пообщаться, не устают благодарить за комфортное размещение. Говорят, скучать по родственникам некогда. К тому же главное – безопасность. Вот и кормят здесь очень вкусно, почти как дома. Ну чем корм? Можете прям сказать? Гречка, я не знаю, или там какие-нибудь там итальянские макароны? Завтрак? Шведский стол. Сыры, колбаски несколько сортов, сосиски, тефтели, каши несколько видов. Обедами мы по часам. Обед, ужин, завтрак. У нас каждый этаж обедает и кушает по часам, чтобы не контактировать с другими медработниками. Сидим на расстоянии, столы находятся друг от друга на расстоянии большом, около 3-4 метров. Но надо отметить, в номере мы насчитали четверых. Живут втроем. Одна, говорят, пришла в гости из соседнего номера. Работают все в одной смене, в одной больнице. Ага. Получается, это ваш костюм? Это наш, да, костюм. Он здесь у вас или нет, там? Нет, он на работе. Это мы работаем в этих костюмах. Потом после отработанных часов, после окончания смены, мы их утилизируем. Они идут у нас на утилизацию класс Б. А какой вы больнице работаете? Центр психического здоровья. А у вас там есть зараженные или контактирующие? У нас есть больные лежат просто с отрицательными результатами. Проходит свой карантинный срок. 14 дней где-то они в каких-то больницах лежат, 5-7 дней. Потом их к нам привозят. И просто они лежат в этот свой определенный срок. Кроме медиков, в этом отеле живет только персонал. Руководство отеля приняло решение их тоже оставить здесь ради безопасности. Какие меры безопасности принимаются в отеле в связи с тем, что у вас вот врачи здесь? На самом деле много. Но вы видите, во-первых, как я одета. Вот мы так одеваем всех сотрудников, кто на смене. Помимо этого, все носят перчатки, все носят маски специальные, которые, У вас какие-то крутые маски, да, я смотрю? Да, нам Акимат выделил маски, они какие-то со спецзащитой, я точно не могу сказать. И я правильно понимаю, все расходы отель на себя взял или какое-то финансирование со стороны? Есть финансирование, оно, надо понимать, минимальное на поддержание жизнеспособности, но насколько это возможно. Получается, несмотря на отсутствие гостей в столице, персонал отеля работает в усиленном режиме. Просто мне интересно, зачем стул посередине стоит? А я на нем медитировала. Прогуливаясь по коридорам отеля, где больше 300 номеров, может показаться, что сейчас он будто опустел. На самом деле это иллюзия. Почти все номера заполнены. Просто большинство врачей спят. После 24 часов на ногах они отдыхают. Не будем мешать. Асхат Ниязов, Наурыз Базаров, Хабар, 24. В Актобе коронавирус выявлен у супружеской пары. Таким образом, количество инфицированных в регионе достигло 7 человек. Последние два случая зарегистрированы накануне. Заболевший мужчина был в командировке в городах Нур-Султан и Алматы, вернулся в Актобе и спустя неделю почувствовал себя плохо и был госпитализирован. После того, как анализы дали положительный результат, мужчину перевели в инфекционную больницу. Врачи незамедлительно установили круг контактных лиц. Это родные, друзья и коллеги актюбинца. Неутешительный диагноз был поставлен и супруге. Сейчас оба получают лечение. Подъезд, в котором проживают зараженные, закрыли на карантин. Жители этого подъезда в течение 14 дней будут находиться у себя дома. Весь дом оцеплен правоохранительными органами. Остальные 13 подъездов, значит, у них будет ограниченное движение. Значит, им только разрешается выход на работу, выход за предметами первой необходимости. Антикоррупционная служба Караганды проверяет блокпосты, выставленные по периметру карантинной зоны. Главная задача проверяющих – не допустить случаев, когда можно было бы обойти запрет на въезд за определенную сумму. С нами на связи наш корреспондент Марина Золотарева. Марина, здравствуйте. Скажите, как антикоррупционщики намерены выявлять нарушителей? Выявлять взяточников, Сергей, они будут методом тайного покупателя, в роли которого выступят общественники, которые тоже входят в мониторинговую группу. То есть под видом водителя они будут подходить к полицейским и за деньги просить разрешения на проезд. 7 блокпостов установят по периметру карантинной зоны. Напомню, туда вошли Караганда, Сарань, Шахтинск и Абай. Движение между этими городами пока разрешено, а вот в Темиртау не только объявлен карантин, но и закрыты въезд и выезд из города.
Антикоррупционная служба, партийцы и общественники обещают следить за ситуацией на рубежах и строго наказывать нарушителей. Давайте послушаем самих проверяющих. Будут привлекаться к строгой ответственности, вплоть до уголовной. Наша общая задача пресечь нарушение законности при прохождении процедур въезда и заезда через эти блокпосты. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе вплоть до закрытия карантина. Кроме того, в регионе установлено 15 санитарных постов. Там проверяют самочувствие водителей и пассажиров. И, разумеется, проезд там разрешен. Сергей. Марина, вот я так понимаю, после такой вот рекламы в прямом эфире Хабара 24, я думаю, что выявить никого не удастся. Что ж, спасибо вам за ваш материал. На территории Мангистауской области установлено 16 контрольно-пропускных пунктов. На всех дорожных участках при въезде и выезде выставлена бронетехника. Там наряду с морскими пехотинцами и полицейскими службу несут медицинские работники. Свыше 800 сотрудников, две смены контролируют карантинный режим. В первую ночь усиления стражи порядка выявили двух нарушителей. Подробности у Динары Нургалиевой. Этот санитарный блок находится в 10 километрах от города Жнаузен. Появился он здесь 26 марта. В связи с закрытием Мангистауской области на карантин местные власти усилили меры профилактики на трассе Актау-Жнаузен-Актау. Теперь в город Нефтяников смогут попасть машины, перевозящие товары первой необходимости. Это медикаменты и продукты питания. Медики в защитных костюмах, полицейские в масках и перчатках. Въезд в Жнаузен под строгим контролем. Здесь проверяют каждого, особенно пассажиров, прибывших издалека. С России приехали, все не пускают. Че я? Чем я виноват? Я не знаю. А что вы перевозите? Трубу я привез, оборудование. А с какого города в России? С Оренбурга приехал. Через Актюй весь 2500 проехал, и здесь стоим, какой-то 20 километров не можем проехать. Окорочка, мин. Колбаса откуда Тараза? Везу из Тараза колбасу и окорочка. Нам сказали, что у нас зеленый коридор. Это ведь продукты питания. У меня был маршрут Тараз-Шымкент-Кызылорда-Атырау. А здесь не пускают. Говорят, нужно дождаться медработников и пройти обследование. Если у человека будет повышенная температура тела и у врачей возникнут какие-либо подозрения, из Жнаузена вызывают бригаду скорой помощи. Для дальнейшего тщательного обследования меры жесткие, но безопасность жителей главное, говорят стражи порядка. КАМАЗ автоколлега. Мы не препятствуем перевозу продуктов питания. Водитель КАМАЗа, который перевозит мясные продукты, должен пройти обследование. А после, если все будет хорошо, он сможет проехать в город на своей фуре. В обязательном порядке это касается и водителей двух российских фур. Ну а это блокпост под номером 2. Находится он в районе впадины Каракия, в 29 километрах от города Актау. Здесь выставлена бронетехника, посменно службу несут морпехи. Для того, чтобы военнослужащие чувствовали себя комфортно, около блокпоста развернута специальная палатка. Несмотря на погоду, в две смены тут службу несут 27 человек, сменяя друг друга каждые 12 часов. Палатка отапливается. Кормят 3 раза в день. Всего на территории Мангистауской области установлено 16 блокпостов. 5 из них передвижные. В ночь со 2 на 3 апреля водители двух иномарок, не заметив пропускные пункты, установленные полицией, совершили наезд на бетонные блоки. Есть пострадавшие. Нарушителям выписали штрафы. Материалы ДТП направлены в суд. Стражи порядка просят жителей быть бдительными и соблюдать режим. Динара Нургалиева, Саламат Бикпаев, Мангистауская область, Хабар 24. Сейчас мы уйдем на рекламу, а после расскажу, почему школьные занятия в онлайн-режиме в Казахстане проводить не будут. We'll be right back.
И как, собственно, обещал. Школьные занятия в онлайн-режиме в Казахстане проводить не будут. Возможности отечественного интернета не позволяют вести дистанционное обучение. Об этом на брифинге рассказал министр науки и образования. Асхат Аймагамбетов сообщил, что подключение через онлайн-стриминг одновременно для 2,5 миллиона детей по всей стране невозможно. По его словам, были использованы разные мессенджеры и системы, в том числе и Zoom. В итоге ведомство приняло решение отказаться от онлайн-обучения. 6 апреля в казахстанских школах начнется учеба, занятия будут идти в виде видеоуроков через телеканал «Балапан» и «Ел-Арна». Все эти платформы, они не платформы для организации онлайн-обучения. Это платформы, которые содержат уже готовые видеоуроки, готовые дополнительные мультимедийные ресурсы. Через них можно учителю направлять задания для детей, детям можно выполнять там же задания и направлять обратно учителю. То есть в целом эти платформы позволяют получить необходимые знания. К отбору военнообязанных на специальные сборы будут применять гибкий подход. В этом сегодня заверил глава Министерства обороны. Прежде всего, призывать будут добровольцев, которые уже есть, заявил Нурлан Ермекбаев. В каких условиях будет проходить служба и для чего объявлены спецсборы, знает Юлана Чаус. Бахтияр Илшибеков – коммерческий директор инжиниринговой столичной компании, но и младший сержант запаса. 7 лет назад на срочной службе он был десантником. И как только сегодня узнал о призыве на сборы, не стал дожидаться официальной повестки. Сам позвонил в военкомат. Говорит, хоть сейчас готов выполнять любые задачи. Чем сейчас дома сидеть, лучше помочь нашему сейчас государству, когда она и так-то находится в тяжелом состоянии. Посоветовался с семьей. У меня жена, двое детей. Это, я думаю, что наш долг перед отечеством. Если раз уж призвали, раз уж нуждаются в нас, значит, мы должны это, как говорится, пойти и отдать честь, долг своей родине. Подкрепление сейчас нужно сразу на нескольких фронтах. Для патрулирования населенных пунктов, санитарной обработки местности и участия в ликвидации возможных паводков. К выполнению этих задач в 24 городах уже привлечено свыше 10 тысяч военных. Но боевое дежурство никто не отменял, и в некоторых регионах сил территориальных войск не хватает. Сколько и насколько привлекут военнообязанных, будет зависеть от потребностей и обстановки в каждом регионе. Решать это будут местные исполнительные органы. В среднем привлекать военнообязанных планируют на 2 недели. Местные исполнительные органы и военкоматы будут гибко подходить к этой ситуации. Военнообязанные не будут перебрасываться куда-то в другие регионы. Граждане будут призываться на сборы, как правило, по месту их жительства. В связи с этим ежедневно, по окончании работы, они будут возвращаться домой и ходить на службу, как на работу. В волонтерском центре Петропавловска не смолкает телефон. Молодые добровольцы второй день звонят с расспросами о том, как попасть в список призывников. Активисты говорят, многие расстраиваются, что на эти сборы призывают лишь военнообязанных. Наши граждане должны проявить свою гражданскую активность и позицию. И в этот сложный период, сложный момент, вообще, в принципе, мы, наша молодежь, всегда активно проявляет свою гражданскую позицию. Мы не останемся в стороне. Базбергемус. Призывать планируют только мужчин молодого и среднего возраста, прошедших медицинскую комиссию. Не будут привлекать отцов троих и более несовершеннолетних детей, правоохранителей, студентов-очников, подследственных, педагогов, а учитывая предстоящий посевной сезон, и сельхозработников. В период сборов военнообязанные приобретают статус военнослужащего, и согласно закону на них распространяются все льготы социального характера, в том числе питание, вещевое, медицинское обеспечение.
Кроме того, за военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность. За счет государства им выплачивается средняя заработная плата по месту работы, а неработающим минимальный размер оплаты труда. Приглашать в пункты сбора будут с помощью СМС и по телефону. Неявка по повестке влечет штраф и не освобождает от воинской обязанности, предупредил министр. Юлан Чаус, Диаскав Ламбаев, Хабар 24. Ну вот, за разъяснением о призыве военнообязанных казахстанцы могут обратиться в колл-центр Министерства обороны по номеру, который вы сейчас видите на своем экране. Звонить можно в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Сохранить рабочие места серьезно нацелены в Самрук-Казына. В Фонде национального благосостояния заявили, что компании, занимающие стратегические отраслевые ниши, как энергетика, связь, логистика, должны сосредоточиться на том, чтобы минимизировать влияние кризисных явлений в экономике на их деятельность. Что касается работы самого фонда, за 2 года досрочно погашен и снижен внешний долг на 8 миллиардов долларов. Таким образом, был исключен курсовой риск на сумму порядка 1 триллиона тенге. Как результат, все крупные предприятия функционируют полноценно. В кризисный период больше 9 тысяч арендаторов жилой и коммерческой недвижимости получат отсрочку до 1 июня без начисления штрафных санкций. Фонд также перечислил деньги министерствам для закупки 6 миллионов единиц средств индивидуальной защиты. И на этом все. Всего доброго.